Из Махачкалы в Адлер и обратно на поезде. РЖД запускает новый летний маршрут. Он соединит курорты Черного и Каспийского морей, целебные кавказские минеральные воды и горные склоны Северного Кавказа. Путь будет лежать через Краснодарские и Ставропольские края, Дагестан и Северную Осетию, Чечню и Кабардино-Балкарию. Первый рейс намечен на 24 июня из Адлера. В Дагестан он прибудет 26 июня.